Анджи Грифер Шоу, Skywars, различные мини-игры, топы и факты о Майнкрафте ты сможешь найти на канале NeedX. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию без модов. Давненько у нас не было этой рубрики, но сегодня ее возвращение. Что мы будем делать, как мы это будем делать и что вообще будет происходить, вы увидите чуть позже, когда мы начнем полностью самое видео. Но, ребята, перед этим не забываем ставить лайк. Чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если мы все дружно соберемся и каждый нас поставит лайк, мы сможем набрать 2000 лайков за пару часов. Через пару часов и выйдет новая серия. Также не забываем подписываться на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, поэтому, ребята, вступайте в нашу дружную семью подписчиков. Я вас прошу на меня потратить всего лишь 2 секунды на лайк, на подписку, но за это я вам скажу большущее спасибо, и также выпущу для вас новую серию как можно быстрее. Больше мы не будем тянуть, и мы сразу же будем приступать к самому видео. Ну что, ребята, мы будем начинать. Честно, я каждую серию пытаюсь сделать приветствие как можно короче. В этой серии оно уже получилось более-менее такое короткое. Я буду дальше продолжать пытаться скоротить его как можно больше специально для вас, потому что вы говорили то, что вам это не нравится. Ребята, для вас я готов на это пойти и сделать приветствие около 30 секунд, если у меня это, конечно, будет получаться. Ну ладно, что мы будем делать в этой серии? Многие уже, наверное, узнали эту карту, потому что совсем недавно у нас вышло видео, где мы вставали драконом. И мы вставали именно вот этой карте. Да, ребята, значит, это уже какие-то ассоциации есть с тем, то что сегодня мы также будем в кого-то превращаться, но только не в дракона, а в визера. Да, ребята, в этой серии мы будем становиться визером, то есть мы сами станем визером. Да, что нам нужно? В первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Он выдается вот таким способом, точнее, вот такой командой, ребята. Запомните, не надо меня троллить, не нужно меня спрашивать, не нужно писать в комментарии, мол, Эдисон, а как выдать себе командный блок? Вот так, ребята, вот такой командой, вот такой, еще раз вот такой. Запомните и больше меня не спрашивайте. Мы ставим его на пол, на землю, называйте как угодно, и вписываем сюда команду, которая уже находится в описании. Вы можете зайти, скопировать и также установить ее в свой мир Майнкрафта. Нажимаем вот тут всегда активный, потому что это новый снапшот. Кстати, снапшот 16W.4A. Эта команда работает только тут, на новой версии Майнкрафта 1.9. Поэтому, ребята, запомните. Мы нажимаем ОК и активируем вот эту команду. Все, ребята, когда полностью вот эта коробочка застроится, значит, команда была успешно установлена. Эти новые снапшоты, ребята, смотрите, это обычный гейммод. Это гейммод, вот. И посмотрите, как я быстро летаю. Я не знаю, зачем разработчики вот это делают. То есть гейммод сделан для того, чтобы строить какие-то здания, какие-то крутые построечки. Как я буду что-то нафиг строить, если у меня вот такая скорость, где я за секунду пролетаю там 10 километров нафиг. Ну, я образно. Я не знаю, может это как-то можно убрать. Посмотрим, что они дальше будут чудить. Ну что, ребята, это у нас машина. Вот видите, я даже не могу нормально подлететь, потому что оно так быстро летает, что с ума можно сойти. Тут мы можем дезактивировать машину, точнее, она не будет лагать. И у вас вообще не будет лага в мире Майнкрафт. Тут мы активируем, ну и в принципе лаги могут быть, потому что посмотрите, сколько тут командных блоков. Тут мы можем уничтожить вот эту команду, и тут мы можем посмотреть, какие рецепты нам нужны для того, чтобы стать визером. В принципе, там ничего сложного нет, вам всего лишь нужно убить визера и убить трех визерей-сушителей. Это, в принципе, не так-то сложно. Ну, о чем я говорю? Нам нужно убить визера для того, чтобы получить Nether Star. Нам нужно одна Nether Star и три башки. Вот давайте вот так. Один, два, три. Три башки Nether скелетона. То есть Nether скелета, визер скелета, не Nether скелета, извиняюсь, ребята, визер скелета. И что нам нужно с ними делать? В первую очередь нам нужно выкинуть Nether Star на землю и по одной башке выкинуть башки. Да, по одной штуке выкинуть каждую башку. И у нас получается вот такое яичко, ребята, которое мы берем в правую руку крепко, чтобы не уронить. И что нам нужно сделать? В принципе, все очень просто. Давайте, знаете что, давайте я даже выйду с гейммода, потому что в предыдущей серии я забыл выйти, когда я показывал дракона. Я не знаю, почему многие возмущались, мол, Эдисон, ты говорил, что ты будешь без гейммода, но ты был с гейммодом. Ладно, ребята, я выхожу, и сейчас я без гейммода, чтобы вы видели, как это все работает. Что нам нужно сделать, чтобы стать визером? Не перемещать в правую руку, нет. Ничего не делать, не перемещать, а просто заспавнить яйцо, то есть... Вот так, ребята, мы клацаем правой кнопочкой. Ух, какой ты громкий, зараза. Дайте-ка я немного потише сделаю, где-то вот так. Он что-то громкий, реально. Мне кажется, так будет получше. Ну что, ребята, вот и сам визер. Это
обычный ванильный Майнкрафт. Здесь нету никаких модов. И вы можете превратиться в это чудо-юдо в обычной Майнкрафте. Хоть это и не сам прям визер-визер, идеальный визер, но все же, в принципе, очень даже похож. Что нам нужно? В принципе, все, ребята, вы становитесь визером и смотрите, какие эффекты у вас есть. Невидимость 2, ночное зрение 2, защита, конечно же, джамп-буст и регенерация здоровья, прям как у Дэдпула, и то даже получше. В принципе, что нам нужно делать? Вы самый обычный визер, то есть вы можете превратиться в обычного визера. Он может летать, это в первую очередь, и во вторую очередь это будет чуть-чуть позже. Но все же, ребята, как нам летать? Нам нужно выбрать второй слот. Это можно уже, допустим, поставить вот сюда. Я потом объясню, как... А хотя нет, давайте, знаете что, я сразу же объясню, как нам превратиться в обычного игрока. Мы просто выкидываем вот эту башку, становимся обычным игроком, и нам выдается наше яйцо призыва обратно. Мы его поднимаем, клацаем опять на землю, становимся визером, выкидываем вот эту башку на землю, опять становимся обычным игроком. То есть система очень и очень и очень... простенькая, то есть прям для чайников. Все, становимся визором и потопали дальше. Как нам летать? Давайте это поставим куда-то вот сюда. Нам нужно выбрать второй слот и зажать Shift. Мы его зажимаем, мы поднимаемся вверх. Мы его отпускаем, мы падаем вниз. То есть смотрите, я зажимаю Shift, мы поднимаемся. Вот смотрите, поднимаемся. Отпускаю, падаем, опять нажимаю и опять поднимаемся в полете. Как нам сделать так, то, чтобы мы не падали? То есть падаем, нажимаю на одиничку, первый слот, все, мы зависли в небе, да, в воздухе. Если я хочу опять подняться, то нажимаю на двоечку, сразу же нажимаю Shift, чтобы не позволить упасть, поднимаюсь, отпускаю, чтобы вот так выбрать позицию, и мы, ребята, продолжаем летать. Если вот я, например, сейчас переключусь на третий слот, вот смотрите, сейчас я на первом, да, и я могу летать. Если я переключусь на второй, то он начинает падать. То есть вот такая простенькая система, я не скажу то, что прям сильно удобная, но все же, ребята. То есть второй слот, зажимаем Shift, поднимаемся. Если я сейчас зажму одиничку, то мы дальше будем продолжать подниматься. Нужно опять выбрать второй слот, чтобы немного упасть. Выбираем одиничку и полетели дальше. Дайте я включу день, потому что ночью я не очень хочу летать. И смотрите, какие крутые спецэффекты вокруг нас, да. То есть прям какие-то частицы пороха, что-то в этом роде летают. Вот этот звук меня кумарит, если честно. Я не знаю, ребята, кумарит ли вас он или нет, но все же. Что может делать еще визер? На что он способен? В принципе, как все знают, что может визер? Так же, как и дракон. В первую очередь он может летать, и во вторую очередь он может что-то выпускать со своего рта. Что выпускал дракон? Конечно же, выпускал огонь, не мочу же, выпускал огонь и, в принципе, поджигал все вокруг. Что может выпускать визер? Конечно же, фаерболы и просто взрывать все. Я всегда забываю про это управление нафиг. Он может выпускать фаерболы и взрывать все вокруг. Что нам нужно, чтобы выпустить фаербол? Мы нажимаем на правую кнопку мышки нафиг! Нажимаем на правую кнопку мышки, сумоним фаербол и клацаем левой кнопкой и просто-напросто отталкиваем его от себя. Давайте вот сюда толкнем. Давайте, опа! Я хочу вот эти палаточки уничтожить. Давайте, опа! Во, замечательно. И еще раз, и еще раз, и еще раз. То есть, воу! Вы еще и себя можете подкидывать. Это что-то новенькое. Вот, дайте-ка. Вот, дайте пнуть. Вот так, замечательно. Да, я вот это дерево хочу уничтожить и поджечь. Замечательно. То есть, ребята, вот такая простенькая система. Давайте, знаете что, попадем вот сюда, если я, конечно... Нет, не туда, куда я хотел, но все же нормально так полетело. Я хочу вот в этот большущий факел, или как это назвать, попасть. Опа, нет. Я не хочу попадать вниз, то есть вот сейчас. Дай я немного спущусь. Вот это немного кумарное управление, если честно. То есть не так бы хотелось, чтобы это все работало. Но привыкнуть можно, да. Если вы, например, хотите позадротить визером, то привыкнуть к этому управлению, в принципе, очень даже просто. Но требуется немного времени. Вот видите, ребят, я всегда забываю. Я всегда забываю, что я буду падать, если я нажму на двоечку. Но все же, ребята, вы можете вот так, знаете, порхать как бабочка. Спускаться, подлетать. И как вы заметили, мы не получаем вообще никакого урона. Ни от падения, ни от загорания. Ну, в принципе, ни от огня. Единственное, что мы можем получить урон, я не знаю. Да дай мне пройти нафиг.
Вот. Я не знаю, можем ли мы получить урон от монстров. Ну, в принципе, это даже можем сейчас проверить. В этом ничего нету такого сложного. Давайте даже возьмем крипера. Давайте возьмем чуть-чуть больше. И давайте возьмем скелета. Вот так, скелета. И зомби. Пускай будет наш старый добрый друг зомби. Выключаем гейммод и спавним, допустим, одного крипера. Вот так. Давай, взрывайся. Нет, ну, в принципе, если мы не получаем урон... Да мы, в принципе, вообще, наверное, никакого урона не будем получать. А если мы заспавим скелета, вот так. Пиу-пиу-пиу-пиу. Да, ребята, мы не будем получать, в принципе, никакого урона. А если... А если мы призовем своего братика? Братана! Потому что мы можем его призвать. Вот так. И что? И что? А ну, покажи свою силу, а ну! А ну, давай. Ня-ня. Какой-то он слабенький, ребята. Какой-то он очень слабенький. Дайте-ка я взлечу. Вот так. Я могу его убить? Если бы я еще, конечно, что-то видел. Если бы я еще, конечно, что-то видел. А что я взлетаю? Я не хочу сейчас взлетать. Да, твой. Кумарная. Кумарная очень управление. Вот. Оу! Ну иди, куда ты меня в жопу подкидываешь? О, смотри, да чё, охренел? На, да куда ты меня в жопу, на, зараза. Я сейчас в космос полечу, визер, который, первый визер, который побывал в космосе. Иди сюда, зараза. Сейчас мы тебе жопу с этими фаерболами-то нашпингуем. Иди сюда, вот ближе подойди. На тебе, да дайте-ка я призову хотя бы один фаербол. Дайте мне призвать один фаербол, но чё-то я не могу его вообще никак призвать. Пока. Пью. А я могу взлететь сейчас? Нет, визеры не могут плавать, ребята. К сожалению, визеры не могут плавать. К большому сожалению. И сейчас главное, чтобы не задохнуться. Дайте мне взлететь. Вот так, замечательно. И, в принципе, мы тут будем заканчивать вот под мостиком. Визер вот там летает. Ну, пускай себе и летает. А мы закончим вот тут рядом с нашим арбузиком, цветочком. И вот такой, в принципе, таким маленьким водопадом. Потому что это очень даже прикольно выглядит. Ребята, я очень сильно надеюсь, и я буду очень сильно рад, если вам понравилась вот эта серия. Я реально старался. Ребята, если вы хотите видеть больше серий со мной, если вы хотите больше проводить со мной времени, вы знаете, что делать. Все, что я прошу от вас, это потратить на меня всего лишь 2 секунды. Первое, поставить лайк, потому что чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Ребята, если мы все соберемся и поставим дружно лайк, мы наберем 2000 лайков за пару часов. И сразу же через пару часов выйдет новая серия. Поэтому, ребята, решайте, за это я вам также скажу большое спасибо. Вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. Нашел нас, зараза, нашел нас все-таки. О, а давайте, в принципе, вместе с ним конченый вот этот гейммод в данный момент на этой версии. А, ребята, что я хотел сказать, подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков. Как я уже сказал, потратьте на меня всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку, кто еще не подписан. За эти 2 секунды, что вы на меня потратите, я скажу вам большущее спасибо, и также выпущу для вас новое видео как можно быстрее. Поэтому, ребята, я буду очень сильно этому рад. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, не перематывал, не выключал, вы реально большущие молодцы, потому что многие перематывают, переключают, если вы этого не сделали, то прям респект вам огромный. И, ребята, не расстраиваемся, то, что это видео кончается, потому что мы встретимся в следующем видео. Всегда приходите, я всегда жду. В принципе, ребята, честное слово, я всегда вас жду на просмотре новых видео. Приходите, не стесняйтесь. Мы будем заканчивать. Я еще раз скажу вам большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.